Те, которые по бокам. Во-первых, весь рейд максимально под боссом стоит. Вот прям вот вообще вплотную-вплотную. Вы если будете стоять, условно, чуть-чуть даже подальше, у вас лужа залетит. Весь рейд в луже будет, это, ну, процентов это 90, что вайп. Соответственно, два человека бегают по бокам. Только смотри, вот словно босса поставят вот с пула. Ну, как он стоит по факту. Ну, там чуть-чуть ближе. В принципе, там не суть важно. Бегай так, чтобы лужи не задевали красную метку и справа-слева от нее. Ну, то есть, грубо говоря, вон я сейчас метки какие-то рандомные поставлю, вот условно вот вот в том месте бегай. Ну, и хант, mm-hmm. наоборот, с другой стороны. Mm-hmm. Ну, то есть, там вправо-влево. Можете сквозь лужу перебегать, если что, если места не хватает, там не так важно. Просто главное не засрать красную метку. Потом по ДБМу смотришь, okay. когда вихрь начинается. И хант, и ты. Обязательно смотрите за этим. Когда по ДБМу вихрь подходит, вам надо чуть-чуть поближе подойти, условно вот куда-нибудь там в луну. Тебе и ханту там куда-нибудь в квадрат. И mm-hmm. во время каста вихря у нас танк делал, ну, у нас товар делал гоблин. Он во время каста либо нитроботинки жал, либо гоблинский прыжок в печеньку. Я не знаю, как у вас тут. Что у вас там по расам? У нас есть паладин с блинком. И с ботинками, я надеюсь. Печень. Ботинки... У него есть ножа? Нет. У него есть ножа? Я не могу делать. Ну короче, в чем смысл? Тебе надо либо до каста, желательно прямо во время него, во время вихря в печеньку блинкануться. Ну, при этом типа достаточно быстро это надо сделать, чтобы босс в тебя побежал. И просто потом стоять в ФК в печеньке. А остальные два танка стоят в рамбе. Тоже в ФК режиме. Ну и все, весь рейд стоит в кресте. Он катается по нам. Ну там чуть-чуть дамажит условно и все. Но, условно, если ты на локате не успеешь, ну, это практически точно вайп. То есть, и еще надо именно прям на касте вихря, потому что если ты, ну, чуть-чуть раньше, условно, выбежишь, то в тебя может лужа полететь, она разольется по кресту, по-любому кто-то пойдет и сдохнет в ней. Можно ставить просто лока жирного бонуса. Ну, у нас типа вар был, который либо ботинки жал, либо прыжком прыгал, и вроде нормально каждый раз был. Так, еще момент. Когда крутилка заканчивается, тоже по ДБМу, обязательно всем надо под босса встать. Вот прям максимально под босса. Вот там будет момент, когда... Ну, сейчас условно, если босс стоит, сейчас я метками покажу. Вот лужи условно вот так будут разлиты, вот по такой диагонали. Ну, и с другой стороны тоже. Вот надо встать прям между ними. Вот там фрейм есть, где не дамажит. Очень важно. Если вы не встанете, вас просто, ну, типа, просто лайфнус. Я, короче, на тебя квадратик поставил. Весь рейд вводишь туда ты. Так что, короче, делаем через... Ну все, в общем, только этот... Как хотите. Ну все. Можно и через лок, но просто если лок будет стоять, ну, то есть, условно, он какой-нибудь портал там поставит в печеньку, он туда блинканется. Но если он, условно, не успеет оттуда уйти, ну, после того, как босс на него полетит, то его просто шотнет. Не, ну можно, конечно, в принципе. Но с вроде Эридар и Локи. Типа просто кто-нибудь там из Локов, не знаю, кто портал, то поставил. Ну, Дексиона, наверное, тут что-то шарит. Дексион тогда именно прям вот на касте, вот прям максимально под конец. Вот когда даже будет не половина каста, там процентов 70 каста прошло, жмешь портал, босс тебя прыгает, и ты сразу Эридаровским в крест. Ну, а в Акате... Типа... Вот это запилишь. Не, там... Если он прыгнет в момент того, как босс в него летит, его не задамажит. Его задамажит только если босс в него прилетит, и он еще постоит там. Ну ему 1000, так, наверное, 28 урона прилетит. Ну, может, под зубами даже если он залетит, то выживет тогда. Ну, под зубами выживет, да. Еще в начале каждой этой... В начале каждой крутилки там сейф надо желательно тыкнуть какой-нибудь. Ну, то есть у меня там ДК из баунда жали по очереди. Ну, ты так понял, у будет. Нас есть... На первую крутилку просто Сенджик с пула сразу жмешь айсбаунд. Потом через 12 секунд жмешь. Потом у нас есть. Сатсуна. А на вторую крутилку сначала в Акате жмешь. Потом через секунд 7-8 еще кто-нибудь загружит. Все, собственно. Больше ничего нет.
Ну, давай пробовать просто уже. Все, показывай. Да-да-да, еще шипы, этот. Да. Шипы обязательно, обязательно вот анонси и ты, и Enlit, когда на вас шип. Чтобы у вас все РГДшники сразу свичнулись. Вот шипы на вас надо как можно быстрее заливать. Еще условно может быть момент, он, конечно, редко бывает, но... Бывает, короче, если шип на вас двоих одновременно кидается. То есть и на определенный, и на ханта. Тогда надо, чтобы лок блинканулся. Ну, короче, надо, чтобы кто-то вышел из мелизоны, потому что лужа полетит. А вопрос... Есть Марсес, там Марсес будет на пацеле. Вопрос. Вот этот портал блинк я юзаю, когда он крутится начинает, или же когда... Во время каста. Вот у него каст, вот этот вихрь костей. Ну, понятно. Либо когда одну из меток там убьет случайно, да? Или если одну из меток, то Марсес блинканется на наше место. Ты только на этот путь. Ты, главное, с вихрем разберись. Ну все, давайте пробовать тогда. Рыбку вот, типа, процентов этак 60 вайпов или 70 из-за того, что люди под босса не могут сбежаться. Вот вам поставили метку квадратик, вторая метка у вас будет, не знаю, квадратик один, одна метка. Все, и просто в квадратике все в одном. Просто под босса забегайте, все нормально будет. Тут не дамажит. МТС Энджикс. МТ будет, наверное... Уфолок он... Или нормально будет с Энджиком, не будет с ним было? Да нет, ДК, даже, но у него набор больше, чем у меня. Ну да, давай, ладно, давай, с Энджик, да. Ну все, полетим. Какие-то вопросы. Танки так же, как и в обычке, условно, делаются. Ну, да. Не, ну, типа, спула вы просто ставите его, как он стоит. Ну, короче, где поставите, ну, не суть важно, где поставить. Просто втроем стоите в одном фрейме, потом один танк уходит в печеньку, двое стоят в ромбе. И стоите прям в метке, вот ровно в ней. Таня, слышишь, прыгни демона, ты все равно будешь блинковаться. Нету демона. Убрал? Два дестрика. Да блин, это фигня, он потратит 2 ГКД, это не сильно решит. Ну, демон просто урона много даст. Влад, прыгни, Джанг, ты туда в демона. Ну, к тому, что другой может кто-то в демона прыгнуть. Не обязательно как-то блинкуется. Блять, ну вы чё, ну нахуя вы поубирали эти спеки, ну ёбана. И берите РДДшные фласки, и РДДшные, РДДшные. Мы зря время только сейчас тратим. Давайте. Быстрее. Можете за СПДшными определенно обмен кинуть. Да, иногда еще, короче, тут босс веселый, он может забагаться, но просто по приколу в рейд зайти. Тоже бывает. Как это контрить, я еще не понял. Просто Будрева на спек из демона, он больше всех дамажит. Делайте демона на следующей КД оба. По очереди спекните. Там, пока тебе ответьте про печеньку на вихре. Да, да, в печеньку идешь. Не, Вакати уже не идет, Беттерджи будет телепортироваться. Дексиона. Нет, ты не понял. Чего? Типа, Дексиона на первый, ну, когда он первый раз полетит в печеньку, а потом там должен человек стоять на танке. Все, я тебя понял, да-да-да, он будет летать между этим. Окей. Так, не ругаемся. Во-первых, второй. Но надо сделать будет. На следующее. Потом будем вместе стоять. Славный Сэндрюк, твоя сестра без массового локати. Массово используйте. Нам со старта выбегать на свои позиции. С хантом. Да, всегда стоите. Вы всегда сбоку стоите. Че там, карать будем, кто по ты не пьет? Да? Да. Первое время можете не пить, мы сам сдохнем. Ну, понятно, что не с первого трая, но в общей сумме, да. Это уже ХМ-ка, тут, блядь, нехуй делать, да, и будет караться под исключением, при, ну, тут замена. Ну, типа, я, короче, не верю, пить не буду. Не, первый, ладно, первый трай, ну, первый трай. Ну, чё там, не хватает, Сэндрикс, Будревен, Кейн. Всё. Окей. Идите. Геру спой или нет? Да, спой. Давай, Геру.
Под босса встаньте, кучнее, кучнее. А, нормально. Древен скиди дикей, нафига. Быстрее шипы заливайте, господа, на милику. Главное с ними по твоей сети лезет. На меня и на мне сыпь, на мне сыпь, разбейте меня. Слева. Дихаль 3 секунды приготовились. Жми портал, жми портал. Все, и уходи оттуда. И в Акате печеньку вставай. Не, уходи в крест, уходи, в крест. Никто вообще из креста не выходит. Куда все ты побежал? Крест, крест. Я ты побежал? А, ты не понял. Ты не понял, типа, ща. Ну, я не сказал, это, короче, всегда надо в кресту стоять. Всему рейду. Весь рейд стоит крест. В рамбе стоит танк. Два танка стоит. И в печеньке стоит танк. Вы если выходите смотри. Из креста, босс на вас бежит, разливает лужу куда-нибудь в говно, и все вайпаются. Точка момент. Нам с Инли там... Я вот забежал, куда ты сказал. Забежал в крест. Короче, все просто. Ну, вы, ну, вдумайтесь. На вихре должны быть все в кресту. Только два танка в рамбу, блядь, и один танк в печеньке. Дек ловит только первый раз. Прыжок, типа, в печеньке, и потом идет сразу в крест. Никто не с другой стороны не должен вообще не находиться нигде. Именно все должны находиться в кресту. Ровно все, блядь. Посмотрите, где, как вы лежите, блядь, как вы мертвы лежите. Чем вы слушали? Это касается... Подожди, это касается и нас с Элином, потому что нам заключили... Да, 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 вы просто в начале, вы на каждой фазе, где он просто стоит на месте, бьет танков, вы стоите далеко от рейда. Ну, именно по бокам. Потом, ну, к крутилке вы подходите поближе, потому что босс всегда идет с самого дальнего, чтобы вы не были самыми дальними. Вы подходите немного поближе к рейду. Потом вы тупо заходите в крест, стоите АФК там. Все. Потом, когда крутилка заканчивается, обратно уходите. А теперь ясно, до конца. Короче, вот, там они делали, типа, просто два мага блинковали, и все. Ну, хант не может в миле бить. Хант может прыгнуть. Ну, понятное дело. Ну, кто-то блинковался, но я просто, типа, проще подойти в луну какую-нибудь, ну и в квадрат. На вас босс не побежит, потому что вы ближе, чем печенька. Так, ребят, смотрите, сейчас я хочу понять. А когда начался вихрь, весь рейд бежит в крест, и там стоит АФК, что ждет, прохиливаем. Все, да? Не, милики просто босса бьют, ну, РТД босса бьют. Просто бегать и босса бить. Нет, подожди, в крест кто встанет? Весь рейд. Это перед вихрем, правильно перебегают? Нет, нет. Когда босс первый раз, ну, когда он крутится начинает и улетает в печеньку, то только тогда идёте. Все, понял. А чё сам не встаёшь, Топхай? Я хотя да, ты прав, сперва, короче, это, когда кричал, он типа что, типа сперва прыгает босс, потом... Заходим в крест. Если вы сначала зайдете в крест, до того, как он начнет крутиться, то лужа прилетит, и вы все сдохнете. Женя, ты где? Ставьте-ка. Да, у всех будет лагать. Включайте лишний аддон. У вас будет 8 FPS. Да похуй, не за этого что умирали. Спорки заново ребахнуть. Ну все, теперь так помните. Сейчас он придет. Каску роду. О, понятно-то, понятно, но шам. И эта тактика тупо на сутки фазы, блядь. Че две, че сутки. Ну, это весь босс. Да. Ну, повторяем. А в ромбике остается. А в ромбике остается, получается, второй танк, он бегает между танками. Два танка просто, да? В рамбе остаются, два танка стоят, да. А, там два остаются, ну окей. Можно пристабав по ДК? Так смотрите, и... после того, как он последний раз крутанется в рамбе, не двигайся его, чтобы по нему сбежаться можно было. И поводу Т4 от ДК, на какой стадии сдать лучше? Я говорил, кстати. Вначале просто, как только крутилка начинается, сразу Т4 жмешь.
я понял. Там просто речь была про то, что ты говоришь, что 2 ДК у вас дают, там споры какие-то начали. Ну, типа, смысл в чем, что на крутилке 2 сейва надо дать. Окей, тогда это 4 сдам на первый. Типа, ты сдаешь на первый, третий, пятый и так далее. Да. Я закинул под экшионе тогда. Ну, типа, у меня было айсбаунд сыгра, айсбаунд сыгра. Не спекнул, сам спекнул. Хотя, тут бы, конечно, не помешал бы армс. Допросы дополнительные. Не, надо, блядь, все спеки, которые дамажат, нахуй, они просто. Вихрь 3 секунды. Шипы, пожалуйста, блядь. Линкуюсь уже. Печенька скинулась почему-то. А, не-не. Вакансии, ставим печеньку. Лёг печеньку, прям в печеньку. Милики бейте, боссы, если чё. Не стойте АФК. Вот сейчас прям под босса встали, прям под босса. Я себе звезду поставил, ближе поставь, максимально близко под босса встаньте. Так, чё? Я забей. Короче, знаешь из-за чего? Смотри, Сэндрис, это уже, короче, танковая проблема, смотри. Да-да-да, я понял, я уже хотел сказать. Он озвучивает, типа, зашли под босса, ты должен отойти. Потому что босс сдвигается назад от твоего прейма. Да-да, ща, скажу. Ну, уж понял. У меня просто танки это автоматически делали. Я не следил за ними. А что с рейдом можно выйти? Да, сейчас давай пока не бьем. Сейчас мы увидели, как лужи дамажат. Да не больно. Ну, 2 тика умираешь. Нормально. Что привело тебя сюда? Возможно, сейчас будем еще менять некоторых людей, которые меньше, чем я, дают. Влад, блядь. Короче, когда последняя крутилка происходит, вы на танках чуть-чуть дальше отойдите, вот это, наверное, в зеленую метку, чтобы босс не двигался. Вот он пытается от вас отойти, и, кстати, он в нас заходит, ну и неприятно. Да, и метки тут не просто так поставлены, стойте прям ровно в них. Ну, именно танки. ДДшники пофигу. На самом деле на кастерах можете даже, типа, не обязательно стоять прямо в кресте, можете стоять условно так в звезде, чтобы под босс потом не сбегаться. Посмотрите, короче, просто чтобы что. Смотрите. Пойди, перебьете. У меня единственная просьба. Упали, встали, побежали. Упали, встали, побежали. Ну, типа, ну я стоп, это тоже не сказал. Не ждем по одному человеку, блядь. Ну это, блин, пиздец. Это один бежит, второй бежит, ждет, целый ждет. Давайте минус 10 ИП будем давать. Ну как минус 10? Буль. Ну и сейчас мы, кстати, вайпнулись, потому что под боссом не сбежались. У
Женя, есть арм у тебя? Есть. Там камни поменять чуть-чуть надо. Долго. Я не думал, что что-то все печально будет. Не, мне камни менять надо. Давай порох до варанта ставлю. Не плачь. Не. На кого тратим? Все на фурики. Давайте пульнем 8 минут, когда. Долго. Ладно, давай. Пока все равно не арм сидела. Ну, в ДПС тоже, в ДПС прям не очень. Мы пока даже 20% снять не можем. Герус пула, давайте всегда, не надо это наносить. Можно через 5 секунд после пула, пожалуйста. Скиби не поднос. Мейлик. Перепай 3 секунды. Тупы. Ну, там проебался. Это лакать. Забейте, падайте, можете. Мне не смейте. Не, чё, я за 3-3, за 3 тика могу умереть. ДПС тут особо много не надо, ну типа, 240, наверное, хватит. Короче, сейчас по сопротам, по делону я 3 тика выдержал, хуже. Что ты пиздец нажался? Если я нормально отыгрываюсь, типа, с лужи просто не залетают. Никогда. Я сейчас специально встал в лужу, чтобы проверить, пока все, все упали. Когда тебе говорят, что короче, скоро вихрь, вихрь может сразу же уже подбегать ближе к боссу. Я, вон, я просто, знал, типа, ну, да. Не впадло каждый раз-то анонсить это, ну, каждый раз будет. Ну, я буду мне по 6-7 раз до босса я уже у себя наносился. Ну, я тоже согласен, типа, ребята, вы бьете босса. Вы то бишь, у вас должен быть ДБМ, типа, блядь, у вас ебаная полоска походит по центру экрана, сейчас будет вихрь. Соответственно, у вас есть определенная задача, исполняйте ее, я хуй его знает. Вы будете, блядь, башкой своей думать, по чуть-чуть. То же самое, Даня, ты готовься телепорт, давай. Короче, смотри, если да, ты дело в другом, какой то, смысл? Что я не оставил, и все, я кликал кнопку и проебался в этом моменте, поэтому сразу написал дайте. Смотри, Лид, что надо дать? Что дать? Что дать, блин, ё-моё? Добрый поговорить. Дайте. Аски по друидам, пожалуйста. Смотри, Лид, короче, наша задача сделать так, чтобы печенька была самой дальней целью. Вот и все, подбеги просто к боссу, именно когда я перед вихрем. Не сильно близко к боссу подбегать так. Короче, сделайте так, чтобы лужи не было в кресте. То есть в крест и справа-слева от него там точно не стойте, чтобы там луж не было. Можете просто подойти поближе. Ну вот я поставил вам две метки, не обязательно прям в них стоять, но это метки, где... Босс побежит в печеньку, а лужа не разольется в крест. Ну, типа, я каждый раз туда вставал. Окей. Какие люди бьют шипы, какие нет? Все. Ну как, типа, если под боссом, то бьют все милики. Ну, не все милики, условно. Ну ладно, я не знаю, что тут. Тут, кстати, очень, очень медленно. У меня шипы в 0,1 секунду улетали, у меня три вары и ретрик. Они просто моментально заклеивали эту фигню. А если шип на маге или на ханте, то все РДД свечаются сразу. Очень важно быстро его. Ну, 8 человек не бьют. Как это будем решать? Ну хз. У меня РДДшники настолько в шипы не играли, что у меня вары чардж делали и ломали. И код прыгал. Я в любом случае с анлитом не играю, так что шайс считаю. Ты в смысле не играешь? Там ДПС можно давать.
Ясно, короче. Потому что бегать приходится периодически. Ну, понятное дело. Сейчас еще трай посмотрим. Когда получается, тогда и играю. Просто... О, так, кстати. Ну, минус. Не, вот нормально, не, нормально, нормально. Минус можно давать за это. На хунте. На хунте, на хунте, шу быстрее, блядь. Вихрь. Подходите ближе, когда он был условлен. Так, сейчас, я скажу, кто слакнул. Ща. Он в квадрат, он скорее сразу побежал, он видит. Там кто-то. Да блин, там под порталом кто мертвый лежит? На еник на. Я ж тебе сказал, это хан. Забежал в крест, а не в квадрат. Я так до сих пор не понял, что от него требуется. Вот он, короче, вайпал у нас. Хант, еще раз, что от тебя требуется? Не вставай. Тебя вставай, сейчас добежим, расскажу заодно. Бежим все. Нажмешь, вдох ставим. Тебя поменяем просто. Да, иди. Заходи. Этот. Женек, ну, заходи. Смотри, тебе вот по Хотя поводу нет, ханта. Давай, Ваня, вместо воина. Вы, конечно, интересные, но по поводу ханта, например, вот у него КД на отпрыжку, правильно? И с него шип били долго. И пока он бежал с того места, он, видать, или не успел, или что? Че? Не, он зарано забежал. А, рано? Наоборот, рано забежал. В крест забегал вместо квадрата. И вообще, типа, какая разница, отпрыжка или нет? Там бегать еще кто угодно, может, я на шипы бегал. Вань, ну сумоньте, войд прыгает в этого. Слышно, нет? Да. Короче, я понял, надо где-то вверх, как он... Короче, пока он вихрь, ничего мне нужно сидеть в этом, в квадрате. Когда вихрь пошел, мне нужно в крест. Да. Смотри, важный момент, просто задумайся, короче, запомни. Когда босс уже прыгнул в печеньку, ты должен находиться в кресту. Когда босс кастует вихрь, ты должен находиться примерно в квадрате. Понял? То есть, когда он кастует вихрь, ты находишься в квадрате, когда он прыгает в печеньку, ты уже должен находиться в кресту. Смотри, Ваня. Че, ладно, че, Энлит, зайди на стрим. В общем, будет. На стрим в Дискорде зайди. А, он выломает, заебись, блядь. Ну тут нахера такая замена тогда, когда в выломании. Я могу, а кто надо вообще-то? И Макс, если что там сидит. Женек, кто? Так минус они ему косарь поедет все, но. Энвид, прием. Зайди на стрим. И тебе покажу, может поймешь. Будьте проще. Типа, ну, стали на замену, пускай стоят, нахуй. Нет, так, ну, короче, ебать минуса, хули они подъебывают. Ну ты такие не мне, а тщеславности, либо за кому джанку. Потому что я их не так сильно бью, но бегаю много. Не игнорят. Ну ладно. Не надо, так не надо. Эндолит тебя просит зайти на демонстрацию. Кидай обмен, Ваня, за класс. Ну ладно. Не. Пахау, чего не хватает? А, не, я тут я. Энлит, еще раз. Сказали тебе, и сам следи. Вихрь, во время каста вихря забегаешь в квадрат, когда в печеньку прыгнули, босс полетел в печеньку, убежал быстро в клетку. Все?
Когда он заканчивает крутиться, выбежал дальше, там где-то изначально стоял. И потом это все циклично будет. Ничего другого не будет. Ну, маги, просто старайся в тот момент, когда ты перебежку делаешь, там условно либо ФФБ закинуть, либо дипфриз. Ну, короче, что на ходу можно поставить. ДПС на самом деле не так сильно теряется. Цып-цып, явно в цепе, определенно слева, бейте. Не миликами, куда полетел, Зенни? Ой, 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 уйдите, уйдите. Нормально. Вихрь через 5 секунд, инлит, приготовься. Блять. Минус, можно. Реснись его, реснись его. Будрей, он разбейте. Он в шипе, далеко стоит. Ну все. Палец. Да понятно дело. Сейчас мой косяк. Шипы долго бьют. Что, давай. 100к ебать. Чё за хуйня? Короче, знаешь, вот мне кажется, вот как вот когда говорил, начинаешь, вот не хватает третьей метки там, короче, поставить. Чуть выше луны туда. Ну, типа вместо луны. Чтоб ты он три прыжка делал, так оп-оп-оп. Блять, ну так это заново все объяснять. Это да. Я-то не пробовал, я просто думаю, что так интереснее будет, чем вот так в двух метках. Не знаю, как там лужа будет раскидываться. Не, ну ты просто не, ну, понял, короче, это все то же самое, просто, не, я не говорю сейчас что-то менять. Просто, не, ну, я понимаю, мне тоже предлагали три метки поставить, но я просто не понимаю, как там лужи будут лететь. Они тоже мимо креста будут идти. Они будут идти, типа, одна лужа будет идти через печеньку, вторая, типа, через ром. Просто, мне кажется, миликом не особо будет нормально бить. Так он треугольником будет прыгать, то же самое, типа, между, что прыгал печенье, квадрат, ромбик, и теперь будет печенька, словно ромбик и луна. Только луна сдвинется. Ну ладно, это не сейчас, это уже когда убьем. Долго будет бежать. Саня, тебя гламур надо уйти. Спасибо, извините, что я сыграл, смотрел, у меня поебаны. Фонтик лево. Идёшь ты, Саня. Ты понял, что лево делать? С ухом? Тут говорят, что Войт, ты стал вместо меня на эту дистанцию. Тем более тебе там. Я думаю, больше, чем ты дам, если буду бить просто. Пауэ станет вместо меня? Давай. Я на маге 13,5 высрал. Бегаю. Ты с какой стороны? Ну, привыкну просто. Слева, чайный ДПС. Хотя мы еще падаем. Но все равно. Даня, ты заходишь, ну почему вы не можете, блядь, логи эти делать перед пулом? Ну я ж не во время сделал.
Жупов сколько там хп? Ну, 1100. Чем больше, может. Ну что ты там, заходишь, да нет? Захожу, захожу. Для Сиона. Даня. Ну, у меня еще не прогружено ничего. Кашка готова быть. Тебя единственного ждем. Ну что? Блядь, ну. Знаешь, мы что тут вот сюда в пещере, получается, блин, оставить фото демон волков под 40 тысяч хп, блядь, под сопротивным толстым. Он физой бьет. Зачем тебе сопрот? Там физой по 30 тысяч режет. И так он лужи один физой стоит. На фантеши. Да, дети, ебать, ну сколько стоит на шофере, че ёбнулись там нахуй? Ну типа сова не бьет, я хуй знаю, кто там еще не бьет. Так кем будем минус давать? Вот эту, вот этого трая, кто по не бьет. Я могу на видос просто заснять, там сами смотрите. Сейчас будет готов. Да, ну, нормально. Это, кстати, я вот почему говорил, чтобы в луну подходили перед вихрем. Вот Войт не подошел, в луну босс не убежал. Можете падать. Ничего. Ой, ты понял, что делать? Да, либо мне возвращаться обратно. Да я, блядь, проспал, сюда, когда вихрь начался, я даже не смотрел. Ладно, вот давай я, короче, обратно подъехал, да все. Сейчас, короче, будут минуса. Кто не играет в шипы, в первую очередь. Абсолютно. Не, ну, хочу сказать, Blue Dragon самый первый начал бить. Он три раза сделал стрелу, только потом начал кто-то бить. Я помог ему бить. Он стрелу хаоса. Я видел стрелу хаоса, блядь, по-моему, демон. Меня подлагивает, как могу, так свичу, сразу свичу сюда кнопку. Там же, блядь, 100к это пиздец. Ни о чем. Колосс успехи. Запомните, две цели нужно бить. Именно... Скоро, может быть, один вихрь переживем. Две цели. Это сейчас я буду с Валой Мили, стой. И Энлит. Если меня либо Линда кидается, я слева стою, Энлит справа. Все остальные цели бьют мили. Быстро, при том, что свечаются. Все при том, что мили. Настя. Какой смысл мутику свечиться? Я и по шпилю не подамажу, и по боссу не свечиться, но просто должны свечиться обязательно. Бокал, вон, Фокси пусть тоже свечится. Их шнурки, Клео. Ну, короче, не в обиду всем, кто даже лагает, ребята, вот честно. Это так не сработает. Типа, вот у меня лагает, я не могу свечиться. Либо надо подождать, чтобы приняли какие-то решения, чтобы вас не лагало, типа, не знаю, там, настройки, там, не знаю, 800 на 600, нахуй, поставить.
либо еще что-то тут надо. Ну, надо, чтобы все делали что-то. Просто так это не работает. У меня ухлепало лагало, он все аддоны, кроме грида, отключил. Помогло? Ну, вроде да. Ну почему вы... Почему вы вот выходите во время того, когда мы должны гулять? Так я так вроде бы, блядь. Ну пытаюсь, по крайней мере, их бить. Пока кастану, блядь, они сдохнут. Ничего страшного, делай так. Да, Сэнджи, кидай в Бонда истерию. Ну, все равно до меня она не доходит, блядь, а ему на разгоне путь будет. Окей, окей. Суны, Джан, Вячеслав, Насыч. Я Слава, если что, в РПД. Вихрь, 5 секунд, приготовьтесь. Ты пишешь максимально быстро. Дед прыгнул. Кто сбежал из порядка. Славный Синер по твоей сестре. Андрей тоже хоть сможет залить. Подбоссы сбежались. Все подбоссы сбежались. Пошли. Танки там. Ну, похуй так похуй. Ладно. Значит, на следующем трое попробуем. Кто-то не сбежался, видимо. Слышь, уже у нас полетело. Вы можете, вам сказали избежаться, вам все за вас говорят, блять, просто сделайте. Да, еще, короче, ну, еще. Вы, конечно, сбегаетесь, но вы сбегаетесь не в лужу, ради бога. У нас 7 человек. Знаешь, мне кажется, смотри, они, это не сейчас такой момент был, что танк пока бежал, короче, под печенькой, и у него захуярилась лужа. Который заменил дек, ты понял, типа, и он побежал к нам через, можно убежать, типа, стороной, я хуй его знаю. Ок. Просто когда вакансии, смотри, когда вот, на последний раз с ПДБМ идет просто в ромб, вот с этого момента можешь уже бежать туда. К танкам. Привело тебя сюда. Поставь на себя черепок. Ой, черепок, квадрат. Он спадает с меня. Когда шипы навешиваются, метки скидываются. Я на себя звезду... Ну, окей, ладно, чем. Я не знаю, просто какие-то метки не используются. Я на себя звезду поставил, она, видимо, тоже используется. И не будешь там использовать. Ну, давай попробую череп. Череп используется. Еще, господа, там... Вы под босс, когда сбегаетесь, там не особо много места. Типа, нужно встать, ну, почти в один фрейм, чтобы вас и справа лужа не било, и слева. У нас 6 человек просто в лужу забежало, по приколу, и сдохло. Там место есть, где встать. Просто найдите его. Типа, ну, вы должны понимать, что, короче, в рамбе лежит лужа, она лежит, типа, крестом. Соответственно, там босс стоит во фрейме, типа, этой лужи. Ваша задача прямо на краешек фрейма зайти. Моньте рогу. Вот это вопрос, короче, я, конечно, не уверен в этом, а если вот, когда последний прыжок идет, нам в трусы отходить, блядь. Чтобы сюда прилетел босс.
На все надо будет сбежаться, мы просто условно побежим не под босса, а в ром побежим. Так, уважаемые пассажиры, я бы хотел после этого трасса, мы вармимся, отойти на минуту перекурить. Я курю очень быстро и очень эффективно. Нет. В смысле нет? Здорово. Ладно, буду соску курить. Значит, 32, 32. Давайте, сливки в бой, пошлите. Дайте роги плашку, дальше. Цель. Обмен бонду.